Если работать ради денег, только ради денег, это черные риэлторы. Достаточно быть продаваном. Нет. В этой профессии нужно иметь человечность. 80% выходит на сделку да, в первом месте. И сколько он зарабатывает? Минимум он зарабатывает 25. Ко мне приходят люди, которые совсем не понимают ничего в недвижимости. А вам это все не надоело? Евгения, добрый день. Добрый. Вот вы мне до того, как мы включили в камеры, спросили, не надоело ли мне вот это все. А вам это все не надоело? Мне? Чтобы вы понимали, я работаю наставником уже два года. И у меня есть все задатки быть ропом. Но я люблю свою работу. Действительно, я люблю. Я была агентом долгое время. Вообще, сама с Владивостока, ну, как бы местная здесь 6 лет. Шесть лет работаю в недвижимости, и я начинала быть простым агентом. Я знаю, что это такое, о чем моя говорила коллега: вживаться в образ наших клиентов, помогать им. Более того, скажу, дружить с ними, поддерживать связь на протяжении долгих лет. Праздники, дни рождения. То есть это постоянный контакт с людьми, которых ты не забываешь и которые не забывают тебя. Сейчас я нашла себя в наставничестве. Ко мне приходят люди, которые совсем не понимают ничего в недвижимости, да, и не могут... Это так называемые стажеры. Это так называемые будущие агенты. Будущие агенты. Стажеры, да. А я правильно понимаю, что они перед тем, как прийти к вам, проходят какой-то курс молодого бойца, обучение, а потом только к вам выходят. Они а, изучают теорию, так. а я им даю практику. Это параллельно происходит или другое? Это друг? происходит параллельно. Mm -hmm. А чем отличается наставник от ропа? Чтобы так принципиально понять. А, чтобы понимали, ропом быть, как мне кажется, намного проще. У тебя есть бойцы готовы, вооруженные, и э, ими нужно управлять. Для того, чтобы они стали вооруженными бойцами, существует наставничество. Когда они приходят, ничего не понимая, им практически показывают. Как надо делать? Смотри, как делаю я. Повторяй за мной. Я проверяю, как делаешь ты. Если ты класс, хорош, все, ты готов, ты теперь боец. А вы Воружен. прошлый педагог? А, нет. А, ну, просто вы как раз говорите про навыки педагога. Это со временем произошло. Это мое становление, мой рост. Да. Я была агентом, теперь я наставник два года. Я успешно выпустила ну, более 15 агентов, которые сейчас работают и зарабатывают э, от 150, я могу так сказать. В месяц. А до того, как прийти в агентство, кем вы? В вы... А, во Владивостоке я также был, начинала с риэлторства. А, ну... Ничего такого сверхъестественного, там работа кассиром, все сложно, от звонка до звонка, которая вымучивает душу и тело вот эта работа, и поэтому хотела что-то нового. Я с ней секрет, почему из Владивостока уехали? А, семья Семья переехала поближе к солнышку, к морюшку. Ну, хотя там тоже море. Место под солнцем да. Да. Место У нас просто солнцем. через месяц будет в Владивостоке как раз мероприятие. А. Так что передам от вас привет. Спасибо. А если говорить про вот этих вот э, людей, которые к вам попадают на наставничество, mm -hmm. бывают такие случаи, когда вы вдруг понимаете, что, ну вот это не его. Да, конечно, как это нормально. Это, это нормально. А, человек, который к нам приходит, у него должна быть здесь внутри какой-то быть огонь, энергия, а, звездный путь. Он изначально хочет быть звездой, а на самом деле а, люди, которые хотят становиться выше, расти, они зарабатывают. Те, кого приходится тянуть, а, во-первых, у них очень сложный процесс этот, они многого не понимают, делают мало действий, и им тяжело, тяжело также и наставнику, и преподавателю, который дает теорию. Да? Поэтому ну, на этапе вот этих двух недель, пока у нас проходит теория, становится пон понятно, надо это ему или нет. Он для себя сам решает, и мы точно так же смотрим. Если ему совсем тяжело, нет, конечно, мы вытягиваем, э, стараемся да, э, с разных сторон объяснить. Потому что люди разные. 19 лет, 20, 25, 30, 50, 55, 60. Люди разные, к разным людям нужно найти подход. И к разным мы стараемся подстроиться и вытянуть их. Даже если они, возможно... Может быть, они даже и не думали стать звездой, да, прийти сюда, но... Я не знаю. На опыте это видно, что этот человек сможет. Вот он сможет. Он будет продавать. Он продаван. Я не знаю, как это... А это достаточно будет. быть продаваном? Нет. Что еще нужно? В этой профессии нужно иметь человечность. Что это такое? Что такое человечность? Всех денег не заработаешь, это раз... А работать здесь ради денег не получится. Ну, чисто ради денег, мне кажется, не получится, потому что ты погружаешься в какой-то особый мир, в котором живешь постоянно. А, как я не знаю, как это объяснить. Ну, типа, если работать ради денег, только ради денег, это черные риэлторы. А мы нет. Мы нет. Мы следим за репутацией, за нашей и вообще за клиентами. Мы реально живем вот, мы живем место под солнцем. У нас целая команда, наши традиции, у нас есть традиции. Мы вместе отмечаем дни рождения, выезжаем куда-то там на обучение либо на природу. А с чем, с чего начинается у вас, не знаю, вот этот сам процесс наставничества? Со знакомства. Ну хорошо, вот познакомились. Дальше? -то. То, что была какая теория дана? Так. Ну, Она же базовый стандарт. Там Базовая вы знаете, что там стандартная так. теория. Может какие-то вопросы вы задаете? Конечно. Ну, психологический знаете, тест, например. Да, так. И что это психологический тест? А показывает? я понимаю, кто он. Прям кто с теста? Этот человек. Ну Да, понятно. Ну, это же он же, может, там не совсем корректно ответить. Может. Это ну, по крайней простой, мере, какие-то моменты, кто он, аналитик. По человеку видно. Ну, аналитик, он директивный, он экспрессивный, он. Мы же изучаем психотипы личности, да, чтобы работать с клиентами. Да. Мы видим, да, если этот человек директивный, с ним нужно разговаривать по делу. Им нужно точно ну, какие-то сроки дать, да, а, и решение его задачи. Если этот человек аналитик, ему с ними нужно разговаривать цифрами. Если он экспрессивный, его нужно хвалить, и он любит вот это все помпезное. Точно так же и приходят люди, стажеры, точно так же и с ними нужно налаживать контакт. В а этом же ключе. Какие типы, скажем так, новым, с какими проще? Каким проще войти в профессию, раз уж так? Экспрессивным. Экспрессивные, экспрессивные а они же остальным? аналитики. У них есть шанс вообще? Конечно. У как есть. работать, если они такие прям, что называется, не экспрессивные? Они очень чего? прекрасные. Продавцы, продаваны листинги. Листинг-агент, который работает с собственниками. А работа с собственниками, она более длительного характер, длительный характер имеет. Да? И когда ты принимаешь объект, ты ведешь статистику, сколько ты делал звонков, сколько ты приглашал покупателей. То есть это цифры, это для них. Вот эта работа, это для них. В основном у нас аналитики, это листинг-агенты. Ну, по факту, там, как в других регионах называются, те, которые работают от собственника. Да. Они эксклюзивно работают или нет? Да. Ну, то есть это те самые и так классические эксклюзивщики, да. которые во многих регионах да. существуют. А, хорошо, а те, которые с покупателями, это вот как раз те самые экспрессивные. Экспрессивные, ага. То есть они получают... не... Они хуже. его взяли, закрыли... <laughs> и побежали. И побежали дальше. <laughs> да. Это вот этот вот волчок. А у вас были какие-то такие ошибки? Вот в наставничестве, которые бы вы, наверное, поменяли или еще что-то. Или из которых сделали выводы. А, вывод? Ну конечно. Да, любое обучение, на котором ты ну, побывал, да, ты смотришь на себя уже по-другому. Думаешь, Жень, вот так вот? Сейчас уже так не работает, реально. Нужно брать что-то новое делать. Из и и последнего. Из последнего? Из последнего. Это же был конгресс. У нас, да? да? Uh, у нас, смотрите, теория была до трех часов, uh, потом практика. Это первые две недели. Через две недели они полностью уходят ко мне в отдел и чисто практика у нас, да, находится. Uh, сейчас я понимаю, что нужно нам давать теорию и потом целый день эту практику вести, не с трех часов, а целый день, чтобы они uh, закреплялся материал лучше. Хотя в первый месяц мы выходим на сделку. Да, даже при, будучи при нашем да, раскладе, при, при нашей программе, мы выходим на сделку в первый месяц. Не все. Все разные. Ну, это Кто как делает? Хорошо, да? Сколько процентов? Это там доля какая-то. Большинство. 80% выходит на сделку да, в месяц. И сколько он зарабатывает? Минимум он зарабатывает 25. М Хорошо, а когда, <связать> когда он выйдет на нормальный доход? Ну, я имею в виду, тут коллеги ваши называли 100 и больше. Это сколько должно пройти времени? Три месяца. Через три месяца выйду на 100. Если буду делать. Он все... Может, он может выйти во второй месяц. Какие действия должен делать, чтобы вот достичь этого результата? Вот прям обязательно. А сам стажер Делать то, что я говорю, в те сроки, которые я говорю. И хотят заработать больше, чем хочу этого я, чтобы он заработал. Два, два момента. Они делают то, что я говорю в те сроки, которые я говорю. Если это 30 звонков, ребята, извините, это 30 звонков. Если это э, 300 штук расклейки, это значит расклейка. Если мы идем в соцсети, значит мы в соцсетях э, работаем точно так же и там. А выбрать можно? Можно. Ну, то есть, например, я не хочу клеить, мне в соцсети устроить. Да. Конечно. Это мое решение. Это с руководителем обсужденное решение. Ну, Лояльность существует, конечно же. А если ну с расклики все понятно, берешь значит, бумажку, какие-то ваши рекомендации получаешь, идешь, клеишь а, а, соцсетями. Какие рекомендации могу получить? Как ввести страничку? У нас Кто есть ну, буквально а, маркетологи, есть а, конечно да, да. же, люди, которые специально обученные люди, которые могут вам помочь, если вы не ведете свою страничку, завести, все оформить электронные визитки. Мы с первых дней с ребятами скачиваем приложение, и они отправляют уже с первых дней электронные визитки. А им... Все-таки у вас, поскольку профессия, ну, точнее, не профессия, а специализация такая близкая к педагогике, будем так говорить, к наставничеству, mm -hmm. все-таки вот как вы себя, не знаю, как правильно сказать, предохраняете что, ли, от, <кхм> предохраняете, что ли, от ошибок? Ну, потому что это же люди, которым либо вы поможете, ну, понятно, что большинство вы помогаете, а вот тем, кому не смогли, люди же разные, вы сами говорите. Как избежать <связать> Не смогли. Я не могу ответственность на себя взять. Все полностью, понимаете? Мы с вами в одной лодке. Если вы мой стажер, мы с вами в одной лодке. Это то же самое, как я как агент. Прихожу к собственнику и говорю, мой дорогой любимый собственник, я продам твой дом за 5 миллионов рублей. Но я же его не продаю. Продаете вы его, правильно? Я вам что делаю? Обеспечиваю поток покупателей. Здесь та же самая история. Приходит клиент, э, стажер, да, которому я даю все, все инструменты. Но я не могу нести ответственность за него, станет он агентом или нет. Я делаю все необходимое для того, чтобы он вырос, чтобы он стал агентом. А как вы свою квалификацию повышаете? Ну, кроме вот конгресса. Кроме конгресса, ну, всякие обучающие видео. А чему вам учиться, на ваш взгляд, вам? Как, чтобы... как други... подсматривать, как делают другие, какие у них технологии что у нас много на рынке наставников. Я, честно говоря, не так часто вижу. Немного наставников, но подсмотреть можно у кого. Вы смотрите бизнес-тренеров или кого-то еще? Бизнес-тренеров. Э, наши руководители замечательно выезжают в другие города. И вот приезжают и говорят, а смотри-ка, что я нашел. А давай-ка вот так попробуем. Окей, пробуем так. А если вы не согласны? Бывает ну, такое? Все часто? обсуждается. Мы здесь не работаем как это под кнутом, или там или споткнута, как это мы все оговариваем, прежде чем за что-то браться. У нас точно так же спрашивают мнение, как ты думаешь на этот счет. И мы выговариваем свое мнение. И если мы согласны, тогда мы двигаемся дальше. А было что-то, можете вспомнить такое, что вот вам принесли как идею, а вы сказали, нет, это точно не будет работать, я это делать не буду. Можете какой-то такой пример Нет. Почему? Как вы считаете? Вы просто открыты любым предложением, вы делаете всегда эксперимент? Почему нет? Почему нет? Нужно пробовать все, не стоять на месте. Потому что, смотрите, самое важное, что вообще, это энергия. Если вот это вот болотце начинается, то все, нет движения, нет энергии, нет продаж, нет вот этого обмена внутри команды внутри людей, люди не дружат, люди ходят к муру и никто ничего не продает. Мне это надо, мне это не надо. Я сюда прихожу, мне здесь клево, кайфово, но я здесь зарабатываю деньги. Почему не пробовать? Спасибо. Приходите и вы сюда зарабатывать деньги, чтобы вам было кайфово, клево и так далее. Спасибо большое.